Приветствую вас, друзья! Спасибо, что вы со мной. Спасибо вам за поддержку. Вот как защититься от человека, который вам вредит? Ну, от врага, который вставляет палки в колеса, возможно, колдует на вас. И вот через это у вас идут потери сил, потери удачи, потери здоровья. Вот что с этим делать? Вот смотрите, между всеми людьми знакомыми есть тонкая энергетическая связь. Это есть между близкими людьми, например. Через эту связь, через этот канал, ну, происходит так называемый взаимный обмен энергиями. И вот точно такой же канал может существовать между вами и вашим врагом. Только через этот канал идет воздействие, к примеру, колдовское на вас. И через этот же канал вы теряете силы. То есть враг их, ну, условно говоря, забирает. Вот как от этого обезопаситься? Как себя защитить? Вот смотрите, суть в том, что этот канал вы можете удерживать сами. Ну, вот, к примеру, враг занят вообще совершенно другими какими-то делами, о вас даже не думает. Но у вас что-то произошло. Там, в делах, к примеру, или там на физическом уровне что-то кольнуло, к примеру, в груди. И вы начинаете думать, что это враг колдует. Что-то там на вас делает. И вы вот тем самым, вот своими мыслями, вы этот канал активируете. Вы сами добровольно отдаете через этот канал свои силы. И просто подпитываете своего врага. Вот такие вещи нужно зарубать. То есть вот этот канал нужно совсем оторвать и полностью перекрыть. Вот что для этого нужно? Очень простая, эффективная практика. Вот представьте себе вашего врага. Просто в виде удаляющегося силуэта, ну вот как будто уходит он от вас, вдаль исчезает. И вот вслед ему произнесите такие слова, такой заговор. Уходи тихо, да забирай свое лихо, быть тому. И плюньте вслед, образно плюньте. Можно плюнуть по-настоящему, если, к примеру, вы на улице проводите эту практику. И вот это ослабит вот эти каналы или совсем их перекроет. И вот в дальнейшем, если, к примеру, почувствовали это через несколько дней, опять что-то подобное, вот эту практику еще раз повторите. И вот так несколько раз, и вы оборвете вот этот канал. То есть создадите такую вокруг себя хорошую защиту. И у вас начнется восполнение сил, восполнение энергии, вернется удача и вернется здоровье. Еще, друзья, вот очень часто препятствием в делах, абсолютно во всех, может быть страх. Вот природа страха, она очень интересна. Обязательно посмотрите видео, которое всплыло. Вот это поможет вам быстро и красиво преодолеть любой страх. Благодарю вас.